Друзья, всем огромный привет. Меня зовут Сергей Войнов. Я хочу с вами поделиться той работой, которую мы проделали по стартбуку, рассказать о том, в какой продукт мы сегодня его превращаем и как он может помочь вам развивать ваш бизнес. Во-первых, мы переосмыслили стартбук, и сегодня в нем две большие главы. Это глава запуска бизнеса, которая осталась практически неизменной. Мы просто вычистили там все элементы, сделали ее прям отличной. И у нас появилась вторая глава «Бизнес», в которой у нас появились новые статьи. Там есть статья про то, как продавать себя, про то, как, что такое, например, встреча в питании. Мы переосмыслили элемент системы, потому что она изменилась со временем. То есть стартбук стал примерно в полтора раза больше по отношению к предыдущему. То есть это если говорить про объем. Самое важное, что меняется подход к стартбуку. Стартбук превращается в основной элемент системы, в тот продукт, который помогает вам и вашей команде однородно запускать систему дубликации, делать так, чтобы знания, которые есть у топ-лидеров компании, были в таком же виде в головах ваших партнеров. Стартбук – это не просто книга. Стартбук – это набор, с одной стороны, вебинаров, с другой стороны, книги, с третьей стороны, наставничество. Поэтому сегодня мы только запускаем новый поток стартбука, у нас начнутся еженедельные практикумы по каждой главе, они будут основаны именно на этих главах, поэтому, когда вы будете находиться на практикумах, вы сможете смотреть стартбук, наблюдать спикера, задавать ему вопросы и прямо в стартбуке сделать себе пометки, какие-то усиления, поэтому он превращается, по сути, в живую рабочую тетрадь. Мы будем его регулярно обновлять. Особенность стартбука заключается в том, что он пишется не каким-то одним автором, он пишется в сотворчестве. Мы отбираем людей, которые являются экспертами в своих темах, и они наиболее подробно раскрывают эти темы внутри стартбука. У нас есть порядка 10 или 15 авторов, что-то между где-то в этом промежутке, в этом стартбуке. Я думаю, в следующем будет еще больше. Сейчас стартбук уже находится в печати. Мы его представим вам в Сочи, на нашем флешпоинте. Сегодня есть возможность приобрести этот стартбук по промо-цене. Он стандартная цена, вы знаете, 1500 рублей. Сейчас мы пока по предпродаже продаем его по 1000 рублей, поэтому вы можете подумать про свою команду, какому количеству людей это нужно. У вас есть возможность до момента официального старта его продаж сделать себе предзаказ уже в Сочи на флешпоинте для себя и для своей команды получить эти стартбуки. Мы видим, что стартбук должен стать неким элементом системы, когда человек активирует контракт, и у него сразу есть на руках стартбук уже. То есть он не пытается изобретать велосипед, а он пользуется теми наработками, которые есть у нас за все вот эти годы работы в сетевом бизнесе. Он пользуется знаниями своих наставников. И это является для него некой настольной книгой-рабочей тетрадью, по которой он готовится ко встречам, учится отрабатывать возражения, учится работать в интернете и так далее. Поэтому вот вы уже знаете, что такая возможность есть. Более того, у нас есть опция, мы придумали совсем недавно, решили дать вам такую возможность. Я знаю, что есть большое количество людей, которые не едут в Сочи. У нас нету мест просто, я, насколько понимаю, уже 3 недели, как записано, в Сочи не ведется. Мы можем дать вам возможность участвовать в этом событии онлайн и получить стартбук также. То есть в этом случае это онлайн-участие, и стартбук для вас стоит 1500 рублей. Это тоже ограниченная акция, она действует, вот я так понимаю, неделю, поэтому пользуйтесь. Если есть какие-то вопросы, вы можете писать мне, вы можете писать своим наставникам, вы можете писать, возможно, Валентину. Пишите, наверное, мне, потому что Валентин сегодня находится в режиме подготовки к флешпоинту. И я постараюсь вам ответить на вопросы, как можно заказать, сколько можно штук заказать, потому что у нас тоже есть ограниченное количество, мы печатаем порядка 400 штук на данный момент, и потом будем делать какой-то дополнительный тираж уже, возможно, к следующему флешпоинту. Я думаю, что эти 400, они могут разлететься очень быстро, поэтому пользуйтесь.